Казахстан оказал дополнительную гуманитарную помощь афганскому народу. Груз с продовольствием и медикаментами в объеме 155 тонн уже отправили в Кабул. Теплые вещи и лекарства привезла с собой казахстанская делегация, прибывшая в Афганистан на торговые переговоры. Возглавлял ее глава профильного ведомства Бахыт Султанов. Он провел ряд двусторонних встреч с представителями действующей администрации. Движение «Талибан», напомню, запрещено в Казахстане. Султанов выразил надежду на то, что активная фаза конфликта в Афганистане завершена и пришло время для восстановления Исламской Республики. Стороны договорились способствовать дальнейшему наращиванию объемов торговли. По результатам сегодняшних переговоров был проведен бизнес-форум, где 16 компаний с нашей стороны, порядка 60 компаний было с афганской стороны. Проведены очень плодотворные переговоры, заключены первоначальные контракты на 1,5 миллиона долларов по поставке казахстанской продукции на рынок, а также обсуждены вопросы по поставке в Казахстан ранних овощей и фруктов. По итогам бизнес-форума подписаны соглашения на поставку в Афганистан макаронных изделий, муки и другой продукции. Казахстанский экспорт за неполный 2021 год снизился почти на треть. Предприниматели рассчитывают, что возобновление торговых отношений позволит изменить эту тенденцию. Работаем вообще по Казахстану и ищем пути для экспорта нашего производства, производства нашей мебели. Я, в принципе, как разведчик, расщупываем рынки сбыта. Очень удивлен вот такому горячему приему наших бизнесменов, нашей стороны. В принципе, я, насколько думаю, нам делить нечего. И вот эта вот взаимоподдержка в районе торговли и тому подобное, я считаю, только будет плюсом для развития наших стран.